Всем привет! А вот хочу сегодня продемонстрировать свирель, которую недавно сделал. Как она звучит, как она играет, ну и для заказчика видео, как показать какие-то мелодии на ней, импровизации. Я буду играть элементарные мелодии, чтобы было понятно, видно, куда ставить пальцы, как звучит. Свирель работает в 2,5 октавах. Я это сейчас продемонстрировал. Можно и выше, но это, я думаю, что для начинающих это ни к чему. И я сам пока что это не умею. Но вот этого достаточно для импровизации. Вот, что тут еще сказать. Тут можно закрывать половину дырочки, будет полутон. То есть вот мы приоткрываем, и полтона звучит. Вот это весь тон. Разные варианты, разные комбинации, дырочки достаточно большие, чтобы можно было полтона открыть, и это было регулируемо. Звук достаточно сильный, уверенный, и на второй октаве очень хорошо звучит. То есть свирель достаточно удачно получилась. Удачно она получается, когда свисток сделан правильно. То есть с подстрочными отверстиями, клапанами тут, в общем, всегда все просто. Тут главное сделать на нужном месте нужный диаметр. Это, в принципе, отработано. А вот свисток и эти нюансы, они всегда очень ювелирные настолько, что каждая свирель, она получается индивидуально. И вот в данном случае эта свирель тоже имеет какие-то свои особенности, но отклонений у нее от нормы практически никаких нету. То есть вторая октава звучит полноценно, первая тоже достаточно сильно уверена, поэтому свирель хорошая.
Ну и плюс у нее сам голос, он такой чистый достаточно. Нету там много ветра, и достаточное количество его же присутствует, то есть не звонкая такая же. Чуть-чуть есть ветер, но он настолько смягчает, он даже тут нужен. Сейчас еще одну мелодию наиграю. В общем, такой у него голос.